У нас в регионе акция проводится совместно с Тамбовским отделением Российского военно-исторического общества. Выразить свое мнение по спектаклю смогут старшеклассники всех школ области. Тамбовская область вступила в реализацию проекта «Театральная Россия». Это уникальный проект, он единственный в мире. Это онлайн-театр, где демонстрируются спектакли ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Управление образования и науки с удовольствием откликнулось и совместно с региональным отделением военно-исторического общества включилось в этот проект. Потому что формы познания сейчас получают свое широкое развитие. Вы не только читаете, вы сейчас ищете информацию в мультимедийном пространстве. По итогам всей работы будут проверять специалисты управления образования. Именно они отберут 10 ребят, которые поедут в Москву, чтобы увидеть постановку вживую.